Девочки мои дорогие, всем добрый день! Сегодня я хочу приготовить вместе с вами маску для лица с применением масла органы. Вот это масло органы – удивительное масло, про которое я вам еще не рассказывала. Давно изучаю я этот вопрос и поняла, что применять вот это масло органы в наших масках для лица просто уникально. Вот это масло органы производится из деревьев, органовых деревьев, которые растут в Марокко. И органовое масло имеет приятный аромат и на вкус ореховый. Вот это масло – самое лучшее средство для омоложения кожи. Как видите, я купила в аптеке. Это масло органы очень недорогое. Смотрите, 87 рублей 50 копеек. Но о полезных свойствах этого масла я вам сейчас расскажу. Вот это масло очень хорошо тонизирует и омолаживает нашу кожу лица. Кроме этого, увлажняет и насыщает витаминами. Сокращает мелкое количество морщинок. Даже просто, если мы будем этим маслечком мазать наши мимические морщинки, вы увидите, как разгладится наша кожа лица. Кроме этого, этим маслом можно лечить угревую сыпь. Это масло снимает раздражение и воспаление кожи. В составе нашей сегодняшней маски три ингредиента. Это масло органы, это сметана и огурец. Поскольку сметана и огурец, вы знаете, что оказывает тоже омолаживающие действия, а также еще и осветляющие действия на коже лица, поэтому наша маска сегодня будет вкупе не только омолаживать лицо, но и осветлять его, убирать морщинки мелкие. Давайте мы с вами приступим к приготовлению нашей маски. Итак, для начала мы с вами берем огурчик. Естественно, он уже предварительно вымыт. И мы его натираем на терочке. Для этой масочки будет достаточно половину огурчика. Вот так. Аромат приятный уже пошел. Мы его на меленькой терочке потерли. Теперь мы сюда добавим чайную ложечку сметаны. Любой, какая у вас есть. Вот так. Перемешиваем. Вот такой салатик у нас получился. И теперь сюда мы с вами капаем 15 капель органового масла. Все. Хорошо перемешиваем. Очищаем кожу лица тоником, либо скрабируем. И на чистую кожу лица мы с вами по массажным линиям, не забываем, кисточкой наносим нашу маску. Нанесли, затем 15-20 минут мы с вами полежим, отдохнем, затем смываем нашу маску и наносим наш любимый крем. После применения этой маски желательно на улицу, где прямые солнечные лучи есть, не выходить. Либо защититься солнечным кремом, если такая надобность нужна будет выходить на улицу. Все, девочки, вот такая легкая маска, которая будет омолаживать, освежать, отбеливать наше лицо, мы с вами приготовили и будем в дальнейшем ее применять.
До новых встреч, мои хорошие! Делайте такую маску и будьте всегда молодыми и привлекательными. До новых встреч, мои хорошие!